Где наш автобус? Вон, пиздюк, где наш автобус? Вот наш автобус, пацаны, вот наш автобус. Заходим, ну, скорее заходим в автобус. Эй, друзья, всем привет, меня зовут Артём. Сегодня играем Спанч Боб's Day of Terror. Кошмарный день Спанч Боба. Давно у нас уже не было нашего губчатого товарища, а пора бы с ним встретиться снова. Так, это мы где вообще? Что это такое? Сейф зона 2. А, положите свои билеты сюда. Нужно 9 баксов. Так, левый клик нажать, что-то использовать. Но я же ничего использовать не могу. Угу. Это не нажимается. Я вообще-то подумал, что это Красти Краб. Кстати, ну, смотрите, у нас там телевизор какой-то. Господи Иисусе, что это вообще изображено? Там Патрик и Спанч Боб в виде хиппи. Это, видимо, какая-то серия была. В общем, хер знает. Давайте не будем отвлекаться от нашей задачи. Пойдемте исследовать дальше. Так, что от нас? Кто это такой? Слышь, остановись, пожалуйста. Так кто, блядь? Мы от него, видимо, должны спасаться, да? Вот это хуйня, что это такое, блядь? Стой, ты кто? Слышь, хуйня, иди ко мне. Так, что нам нужно делать? Я как понял, здесь нужно собирать какие-то предметы. То есть вот эти всякие гамбургеры, всякие хуямбургеры. И спасаться, ну тебе, нет. А он умеет сюда заходить? Он не умеет сюда заходить. Он ушел, пацаны. Пойдемте дальше. В общем, собираем предметы, накапливаем 9 баксов с помощью этих предметов. Каждый предмет дает где-то по 1.5 бакса. И после этого мы сможем уйти отсюда. А здесь можно спрятаться, стойте? Здесь можно спрятаться? Здесь нельзя спрятаться? Мы улетели на воздушном, блять, шаре. Что? Кто это вообще такой? Я не помню, чтобы он был где-то в какой-то серии. Пишите, кстати, в комментарии, пацаны, из какой он серии. И был ли он вообще в Спанч Бобе. Мне интересно это почитать. Интересно все это обсудить, посмотреть, осознать, обуздать. Так, шоколадку мы взяли. Берем гамбургер. Так, что здесь еще? Где есть? Банка. Бери банку. Мы взяли. Где? Вот он. Пацаны. Это перчаточник какой-то, блядь, воздушный. Воздушный перчаточник, отстань от меня, слышишь, я тебя умоляю, где... Что это такое? Это очки. Берем очки, скорее очки, взяли очки. Еще один предмет, а вот он, еще один предмет, блять, пацаны, это еще один предмет. Где он? Он приближается ко мне. Он ко мне приближается, не приближается ко мне, мы успеем отсюда съебаться, мы успеем. Мы успели съебаться отсюда, пацаны. Так, кладем деньги. Скорее деньги. Лев Клит. За нами приехал автобус. Рок-боттом. Это мы находимся в рок-боттом. Я помню, в какой-то из серии мы... А где автобус? Где наш автобус? Вон он, пиздюк, где наш автобус? Вот наш автобус, пацаны, вот наш автобус. Заходим, ну, скорее заходим в автобус. Вы спаслись из рок-боттома. А чё так коротко? Катаны, я предлагаю побегать здесь, поисследовать немножечко территории, потому что как-то бы у нас вообще слишком коротенькая серия будет, а это не совсем хорошо. Это, то есть, получается, мы прямо по стене уехали наверх, сейчас мы находимся в нижнем ботами. Это ужасное место, я помню, была такая серия, мы сюда попали, здесь были какие-то ужасные создания, неизвестные нам. Вон одно приближается, одно из этих неизвестных созданий, блять, где ты? Оно исчезло. А что, если мы сами отсюда уйдем? В рок-ботом. Мы можем... А, здесь невидимая стена. Ну, это плохо очень сделано, блядь. Ну, отстань от меня. Уйди, сука, уйди от меня. Тебя умоляю, бери очки. Лопатку. Скорее, он где-то сзади, пацаны. Он сзади, я чувствую его дыхание. Его дыхание с моей спиной. Нет, его нету. Так, все, уезжаем, короче. Вставляем монетки, все. Рок-боттом, автобус приехал. Скорее, автобус. Автобус, сука, в автобус. Скорее, уходим. Спанч-беги. Спасены. Друзья, это был Спанч Боб Day of Terror. Ставьте лукандри, ставьте оценки, подписывайтесь, вступайте в группу, подписывайтесь на Twitter, подписывайтесь везде. Друзья, пожалуйста, еще раз повторяю, оставьте комментарии, они очень помогают. Хорошего вам, друзья, дня и до новых видео.